Далее выпуски о других событиях города и области коротко. тысячам жителей области субсидии назначили автоматически. Это 60% тех, кто получал субсидию в прошлом отопительном сезоне. У 43-летнего мелитопольца обворовали квартиру, украли магнитолу, автозапчасти и ковер. Во время осмотра места происшествия милиционеры обнаружили и изъяли арсенал оружия – пневматический пистолет, патроны и баночки с порохом. Теперь пострадавшему грозит до 7 лет заключения, а обворовавшим его и почти сразу задержанным собутыльником – до 6. В супермаркете в Жовневом районе пытались украсть 700 жевательных резинок. Сейчас вор задержан и находится в изоляторе. На спуске в село Терпение Мелитопольского района опрокинулся грузовик с томатной пастой. Водитель не пострадал, часть груза из 40 тысяч банок с томатной пастой уцелела.